Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сереж Сироткин. Сегодня мы на трассе Moscow Raceway, где мы покажем и расскажем, как выжать максимум из этого замечательного автомобиля BMW M5. Подъезжаем к первому повороту. Пятая передача. Короткое, быстрое торможение до четвертой. Важно не потерять минимальную скорость. Рано встать на газ. Дальше тормозим по прямой к входу во второй поворот. Тут очень важно поймать правильный апекс, чтобы не потерять время ни на входе, не затормозить слишком рано, но при этом не перегнуть с выходом, потому что очень важно на выходе остаться на оптимальной траектории для входа в следующий длинный четвертый поворот. Тут очень важно попасть в нужный апекс в начале, на входе в поворот, потом резким движением повернуть машину внутрь и подготовить хороший выход и оптимальный вход для следующего поворота, который следует буквально за ним. Дальше наша задача вернуться как можно ближе на оптимальную траекторию, дальше тормозить точно так же, как во втором и третьем повороте, до апекса, ни в коем случае не чуть раньше, не чуть позже, а именно поймать этот апекс, после которого мы можем встать на газ и сделать оптимальный выход на заднюю прямую. Чтобы тормозить на прямой машине к следующему левому повороту. Дальше правый поворот, в котором важно не перегнуть палку, чтобы успеть вернуться вовремя на нужную траекторию к наиболее медленному из них, почти 180-градусному повороту. Тут нам главное оптимально выйти с максимальным разгоном, максимальным трекшеном к последней эске перед задней прямой. Нам важно как можно быстрее войти в первый поворот, сохранив машину на нужной траектории, чтобы затем сделать оптимальный вход в правый поворот перед прямой и сделать наилучший выход на длинную прямую перед последним поворотом. Дальше мы разгоняемся вплоть до 6-7 передачи, где-то с отметки 160 метров, понятное дело, разница от условий. Мы тормозим резко в пол, переключаемся вниз до третьей передачи. Очень важно не промахнуться с торможением, потому что можно очень много времени потерять на выходе. Попадаем на вход на третьей передаче, и очень важно рано встать на газ, так как это медленный поворот. Нам очень важен трекшн и как можно раньше открыться и максимизировать наше время на круге хорошим выходом прямой к линии старт-финиш. Вот мы обратились к фирменному приложению BMW LapTimer, посмотрели, как я пилотировал, где я разгонялся, где я тормозил. Заходите, скачивайте приложение по ссылке, и вы тоже можете увидеть, как я ехал в данных условиях на данной машине.